Итак, нам пошел 6-й год. Нам 5 лет. Настало время подводить итоги. Помните, как в пятилетку раньше? И у меня мои коллеги из общественного совета, советники, говорят: Роман, 5 лет прошло, а теперь озвучь планы на следующие 5 лет. Вы знаете, я все время в своих роликах, в своих тренингах говорил о мечте. Мечтай. Конечно, мечта есть. Конечно, есть план. Конечно, есть цель. И когда мы с аналитиками сидели, смотрели на нашу динамику, можно, конечно, просчитать. И я с вами поделюсь планами на следующие 5 лет. Ну, самые пессимистичные планы, чтобы потом на наших конгрессах цифрам реальным радоваться больше. Мы смотрели на эти цифры, мы смотрели на наши результаты за эти 5 лет. Кстати, в феврале месяце, конечно, ни по регистрации, ни по старту, нам исполнится 6 лет. Как эта идея родилась и начала воплощаться в жизнь. В феврале 6 лет. Конгресс-то 5-й. Те результаты, которых мы достигли, они потрясают. Я поделюсь с вами цифрами, потому что в этом фильме режиссер показал все. По большому счету, результаты нашей работы, все, что я хотел сказать и нужно было сказать, чтобы отчитаться за 5 лет нашей работы. Но мне осталось показать только цифры, реальные цифры, которые мы достигли за эти 5 лет вместе с вами. И в этом зале мы впервые собрали такое количество человек, здесь порядка 6 тысяч, сейчас еще специалисты ведут подсчет по регистрации, 6 тысяч человек. Причем, обратите внимание, это 6 тысяч активных, позитивных, продуктивных сотрудников, консультантов, люди, которые сделали результат. И я обращаю внимание, чем выше качество сотрудника, чем выше качество нашей работы, тем больше идет отдачи и больше позитива на рынке. Ведь каждый из нас несет добро людям, каждый из нас двигается, и от качественной работы каждого человека, каждого сидящего в этом зале или тех людей, которые сидят сейчас дома, не смогли сюда приехать, от этого зависит результат нашей общей работы. Насколько клиент доволен, насколько консультант корректно и правильно донес информацию. Мы получили очень много наград за эти 5 лет. То есть мы посмотрели где-то 30 самых существенных. Мы получили признание средств массовой информации, самых центральных. Мы получили признание на телевидении. Мы получили признание общественных организаций. А также в коридорах власти нас заметили, нас поддерживают. И действительно мы признаны за то, что мы делаем полезное дело, социально важное, и мы действительно выгодны, полезны людям. Среди этих наград, ну, одни из значимых, то, что мы получили такую премию, как «Экономическая опора России». Мы получили премию «Финансовый Олимп». Это главная национальная премия в финансовом бизнесе. Также депутаты Госдумы нам вручили такой диплом за вклад в сохранение человеческого капитала и поддержание социально-экономического развития страны. Это очень важно, очень значимо. Каждый год мы продляем сертификат качества, то, что мы соответствуем международным стандартам качества ISO. Конечно, с нашим ростом нам приходится постоянно совершенствоваться. И вы видите, что у нас постоянно есть какие-то сбои, но это наша работа. Я обратил внимание, то, что мы сделали в первый год, работало идеально, но к концу первого года оно уже никуда не годилось. Нам требовалось сделать новый механизм, применять новые инструменты. На второй год мы все наладили, но к концу второго года надо было уже все переделывать. То, что мы придумываем, то, что работает в этот момент, уже через год неэффективно и не может отвечать качеству. Поэтому у нас постоянно идут доработки. Обратите внимание, какой рост. Ну, цифры покажу чуть попозже. Более сотни публикаций. Это вот в разных средствах массовой информации. Какие-то до вас дошли, какие-то не дошли. Но вы можете это найти на интернет-ресурсах, это все есть.
Кстати, каждый в этом зале должен был получить новый журнал «Держава». Получили? Отлично. В этот зал было доставлено 8 тысяч экземпляров. Поэтому у каждого должен быть. Значит, кто-то взял 10 вместо одного. Есть такие? Много публикаций, мне перечислять их не нужно. Мы вышли и на Первом канале, и на НТВ, и на ТВЦ, на разных каналах. Очень много. Также мы стали заметны в глобальном масштабе глобального бизнеса, потому что мы теперь постоянные партнеры и постоянные участники самого большого в стране бизнес-события, бизнес-форума Synergy. То есть уже много раз мы принимали участие, мы поддерживаем образование, и мы находимся полностью в тренде. Самые известные люди страны, или даже самые известные люди, самые знаменитые и самые успешные люди мира принимают участие в этом форуме. Также мы поддерживаем национальные традиции. Это часть нашей благотворительности, потому что сейчас на экранах телевидения и идет какая-то пропаганда. Причем пропаганда таких ценностей, которые чужды для семьи и чужды для нашей культуры. И фестиваль Добровидения, который в основе своей имеет целью поддержать национальные традиции, национальное искусство, национальную культуру, он действительно вносит какую-то новую волну. Уже 4 года мы поддерживаем этот фестиваль, в этом году будет 5-й. Мы также будем принимать участие в нем. И я буду рад вас пригласить на это событие, которое также состоится в Санкт-Петербурге с поддержкой государства, с поддержкой президента. И действительно это, ну, завтра мы будем еще говорить об этом. Человек, главный вдохновитель, Олег Анатольевич Нилов, завтра будет здесь присутствовать лично, будет говорить свои слова по этому мероприятию. Благотворительность. Вы знаете, в нашем бизнесе есть деньги. Я еще раз повторю то, что было сказано в фильме, и то, что сегодня еще скажу. Мы сохраняем лидерство в сетевом бизнесе, а может быть и не только в сетевом, как бизнес, который имеет самую высокооплачиваемую карьеру. Мы зарабатываем деньги. Наши сотрудники зарабатывают хорошие деньги. И вы знаете, это возможно тогда, когда ты способен инвестировать, что-то отдать. Не выбрасывать деньги, не тратить, а чем-то, наверное, жертвовать. И обязательно в каждой компании, у каждого бизнесмена в душе где-то должна быть такая частичка добрая, которая позволяет человеку делать добрые дела, бескорыстно, просто делать. И у нас есть список тех людей, которые занимаются пожертвованиями, которые жертвуют. Они все получают благодарственные письма, как меценат года. И я каждого призываю быть милосердными и заниматься благотворительностью. Мы уже дважды ездили с благотворительной миссией в Соединенные Штаты Америки. У нас постоянно проводятся мероприятия в Санкт-Петербурге, в Москве, которые мы поддерживаем. Это исследование в науке, это помощь детям. Наш партнер – это клиника «Доктрина», где мы оказываем адресную помощь и действительно помогаем детишкам. Вы знаете, когда мамы детей присылают какие-то подделки, которые сделали их дети, благодарность. Они даже не знают, они знают, что мы помогаем, и они присылают или рисунки, или какие-то письма. Я это читать без комка в горле не могу. Но мы делаем доброе дело, мы должны быть милосердны, мы должны в этом участвовать обязательно. У нас появились прекрасные продукты. Не каждая компания может гордиться своим продакшеном. У нас есть Life is Good Media, у нас есть Life is Good Production, у нас есть журнал Life is Good Style, который вы можете приобрести здесь, на этом мероприятии. У нас там должны быть организованы точки, в которых можете приобрести эти журналы. Годовой журнал, который раз в год выходит, и это тоже отчет работы за год.
Мы очень хорошо представлены в социальных сетях, и в Ютубе, и во всех сетях в принципе. И вы можете посмотреть наши результаты, результаты нашей компании, нашей работы, все новости, которые есть. Есть очень много людей, которые только в начале пути. Они не могут себе позволить выехать на какой-то международный семинар, на какое-то большое событие, потому что они в начале, у них семьи, и они еще не зарабатывают столько денег. Но благодаря выпускам новостей, это прекрасная команда, которая профессионально работает, освещает все события, почти все, которые проходят в нашей компании, в нашем холдинге, дает возможность этим людям наблюдать то, что мы не где-то пропали, а то, что жизнь идет. То есть если вы это показываете своим людям, они видят, что если у них в городе структура только начинает работать и еще нет каких-то больших обширных мероприятий, то они могут видеть, что компания не умерла, она работает, она живет, постоянно где-то что-то проходит. И вот эти информационные выпуски, обучающие выпуски, у нас прекрасная академия, которая выпускает ролики. Я не буду сейчас говорить какие-то мотивационные слова, я не буду сейчас проводить никакой тренинг, потому что вы это все видите на моем канале. Вы можете этим пользоваться, можете применять сами, от себя что-то давать. И вот этот продукт, которым может пользоваться каждый, я призываю каждого этим пользоваться активно и продвигать это. Более 200 роликов мы выпустили за это время. Более 200. Мы выпустили песни, для нас написаны песни, нами написаны песни. И буквально сейчас я только зашел в зал, и одна дама из наших сотрудниц протягивает флешку. Говорит, смотрите, я написала песню, и послушайте, пожалуйста. Да, конечно, мы ее послушаем, посмотрим. И наши песни, они тоже мотивируют. Они говорят о добре, они говорят о хорошей жизни. Они говорят о принятии решения, в принципе, мотивируют. У нас много таких песен, которые стали уже неотъемлемой частью нашей работы, наших семинаров, региональных, международных. Мы выпустили уже и музыкальные клипы и с Григорием Лепсом, и с Андреем Алексиным, и с диджеем Слон. Ну, скоро еще, я не буду сейчас раскрывать все тайны, еще одна звезда для нас готовит и песню, и клип. Эта звезда, наверное, самая серьезная звезда у нас сейчас в России. А может даже в СНГ. То есть артист номер один, певец. Скоро будет. Я надеюсь, что в этом году мы это все доделаем. Также мы выпускаем много фильмов. Есть фильмы. Есть фильмы, которые обучающие, мотивирующие. Есть фильмы художественные, которые, в принципе, рекламируют нашу работу, наш кооператив, наш вид деятельности. И открытым текстом «Life is good» на экранах всей страны прошел фильм, где логотип нашей компании прошелся, в каждую семью, наверное, зашел. В России мы открылись в 2014 году. И еще раз скажу, в феврале мы начали вместе с Евгением Чичук начали эту идею как-то структурировать на бумаге. В мае зарегистрировали кооператив в 2014 году, и 4 августа 2014 года была сделана первая регистрация. То есть вот так мы начали работать. Также в Казахстане велась работа параллельно. И в декабре был зарегистрирован кооператив. Киргизы, я смотрю, там в шапочках сидят киргизы. Где шапочки? Вот они, да. В Киргизии мы расширились и в 2018 году стартовали. Сейчас не буду забегать вперед, потому что, как правило, если я что-то говорю, конечно, оно всегда сбывается. Может быть, не мгновенно, но мыслью она материальна. Надо постоянно думать. Вы знаете об этом? Постоянно думать. Мы запланировали на этот год серьезное расширение географии, двинемся в Европу. Для этого мы с юристами сейчас разрабатываем новую структуру, новую модель. Эта модель сделает наш бизнес удобней.
удобнее для каждого, потому что новую модель, новую структуру бизнеса, которую мы сейчас создаем, это достаточно трудоемкая работа, потому что это касается международного законодательства и, в принципе, законов. А вы знаете, что сейчас творится с финансами, с банками, в банковской сфере и в Европе у нас? Достаточно все жестко и прозрачно. Поэтому мы должны сделать новую структуру такой, чтобы она была полностью законна, прозрачно, доступно, быстро и удобно. Целый мозговой штурм. У нас в офисе 50 юристов, которые этим заняты, плюс международные юристы, которые работают уже и в Англии, и в Европе, и на Кипре. У нас достаточно серьезная сейчас цель на этот год, уже начиная с этого года, выйти в страны Европы. То есть не ближнего зарубежья, а дальнего. Я сейчас уже боюсь что-то сказать про ближнее, то есть это у нас Украина ближе всего, Белоруссия, дальше у нас там идет европейские страны, такие как Австрия, Испания, Болгария и так далее, и так далее. У нас сейчас цель выйти на настоящий международный уровень, чтобы приобрести глобальный мировой масштаб, чтобы наш бизнес приобрел. Но это цифры, которые не были сказаны в фильме, поэтому, в принципе, после этого фильма мне остается только озвучить эти цифры. По России у нас около 10 тысяч пайщиков, членов кооператива. В Казахстане 3 тысячи, в Киргизии 800, скоро будет 1000. И всего у нас по кооперативу Best Way, это включая Киргизию, Казахстан и Россию, почти 14 тысяч наших клиентов, наших пайщиков. И это наша с вами заслуга, потому что практически у каждого сидящего в этом зале есть свой личный клиент. Ну, почти у всех. Я думаю, что 95% или сами клиенты, или имеют своего клиента в качестве пайщика, члена кооператива. Я вам скажу еще перспективу. Приобретенные объекты. В России это уже почти 1000, в Казахстане 400. Всего 1400 объектов недвижимости мы приобрели для семей. Если взять, что минимальная семья – это 2 человека, то есть почти 3000 человек мы обеспечили крышей над головой. Браво. 5 лет. Внимание. Вы знаете, кооператив выделяет деньги на 10 лет для того, чтобы пайщик потом рассчитался с кооперативом в течение 10 лет. Нам 5 лет. Смотрите, уже почти 40 человек рассчитались. За 5 лет уже 40. Всего 61 человек уже стал собственником квартиры, которую приобрел через наше предприятие, через кооператив Best Way. Посмотрите, кто бы что ни говорил, государственные деньги, пенсионный фонд перечисляет материнский капитал. Только за 2019 год, только за один год прошедший, нам было перечислено на счет кооператива 84 миллиона рублей. Это 200 семей. 200 семей, и если так взять, грубо говоря, 20% от наших пайщиков, 20, даже больше, 25, наверное, это молодые семьи, которым мы приобрели жилье с помощью материнского капитала. Ну, план, еще раз скажу, пессимистичный, потому что те результаты, которые мы достигли, их невозможно просчитать никакому аналитику. Самый сильный аналитик в нашей команде, в команде директоров, причем такой, я бы сказал, пессимистичный аналитик, это мой друг и человек, который с первого дня существования кооператива с нами работает, с которым мы это вместе делали, это директор Евгений Чичук. Так вот, ни один аналитик не может четко просчитать. Он вообще считал, говорит, это невозможно, нам 100 лет надо работать для того, чтобы там вот это сделать. Итак, наши результаты и на ближайшие 5 лет мы планируем по российскому кооперативу 35 тысяч пайщиков вырасти до этой, ну, итого 50 тысяч пайщиков.
Самый пессимистический. Я думаю, через 5 лет, с учетом прогрессии, с которой мы развиваемся, у нас будет, ну, как минимум в 2 раза больше. Примерно это так. Наши прогнозы. У нас постоянно идет увеличение или улучшение условий. Вы знаете, что мы за прошедший год отменили все штрафы и пени. Чуть раньше мы отменили все целевые взносы. Никаких процентов. Человек получает сумму денег, приобретает жилье, и именно эту сумму на протяжении до 10 лет он возвращает. Мы убрали все. Естественно, идет работа. Мы просто уже вместе с советниками не знаем уже, что можно придумать, чтобы сделать еще лучше. Нам и так не верят, когда мы говорим 0%. Говорит, бесплатный сыр только в мышеловке. Слышали это? 100 раз слышали. Говорят, так не бывает. Бывает. Это есть. Мы доказали. Нам 6-й год. Мы будем дальше развиваться. Кстати, мы решили, поскольку мы постоянно улучшаем условия, подождите хлопать. Я сейчас, когда скажу, вы еще громче захлопаете. Обратите внимание, у нас очередь в кооперативе то увеличилась до 1,5 лет, то снизилась до 5 месяцев, потом она снова растянулась, то есть год, 1,5 года. И это неизбежный процесс, когда мы растем. Просчитать невозможно, аналогов нет в мире. Мы первые в мире, кто это сделал. И, естественно, очень трудно сразу же просчитать оптимальную модель. Нам приходится постоянно что-то переделывать. И мы приняли решение правлением, советом, вместе с советниками, вместе с нашими юристами-бухгалтерами. У нас единственный способ на сегодняшний день, через год это будет уже другое, увеличить скорость прохождения очереди, чтобы вы быстрее получали объекты недвижимости. Потому что я обращаю внимание, есть люди, есть семьи, которым квартира нужна сразу. Сразу это только ипотека. И некоторые из-за того, что надо стоять целый год в очереди, они не идут в кооператив, они идут сразу в банк. Да, они 2 цены платят, а то и 3. Они выплачивают больше банку, но они вынуждены, потому что им негде жить. Им нужно решить свой жилищный вопрос, семейный. И поэтому мы приняли решение сделать такой шаг, чтобы ускорить очередь. Вы знаете, кроме тех акций, которые вы постоянно получаете, это рассчитайся досрочно, получи путешествие, либо стань пайщиком-инвестором, у тебя будут минимальные там какие-то оплаты. Но здесь, внимание, то есть те, кто... Нет, по-другому скажу. Я думаю, как правильно это сказать, чтобы не забежать вперед. Итак, с 1 марта с целью улучшения качества, с целью увеличения скорости прохождения очереди, минимальный паевой взнос для членов ЖК. Скажите, а та дама хлопала? Я слышу, загудел народ. Внимание. Я понимаю, что во многих регионах откладывать в месяц 15 тысяч рублей себе в накопление или при расчете, то есть это уже достаточно серьезная сумма при тех заработках, которые сейчас есть в наших регионах. Я понимаю. Но если у человека нет жилья, и он снимает квартиру, ну, в аренду взял, он не меньше этой суммы платит. Как правило, даже больше. То есть эта сумма минимальная для того, чтобы вы себе накапливали, быстрее будете накапливать, и минимальная при расчете. Но, теперь внимание, вот правильно я все сделал. Те, кто вступит в кооператив до 1 марта, у всех останется до конца членства в кооперативе, у всех останется минимальный паевой взнос 10 тысяч. Понятно.
То есть все, кто сейчас вступает в кооператив до 1 марта, то есть включая 30 апреля, включая 29 февраля, для тех остается прежние условия 10 тысяч рублей, или точно так же в Киргизии и в Казахстане то же самое. А кто с 1 марта, у тех будет 15. Понятно, да? Расширение географии я уже проговорил, расширяемся, и мы должны превратиться в настоящую международную компанию, причем самого высокого качества, самой высокой пробы. Нас и так уже знают и в Европе, и в Америке. Я получаю очень много писем, много приходит подписчиков иностранцев, которые просят поделиться опытом, как мы этого достигли. А как мы этого достигли? Благодаря нашей прекрасной международной бизнес-академии, благодаря нашей выстроенной системе образования, ну, которую надо заслужить. Вы знаете, что мы не берем деньги за обучение, мы инвестируем для того, чтобы наши сотрудники были еще более эффективны. Итак, Академия IBA. В каждого сотрудника, пока мы его доведем до вершины, мы вкладываем не менее 100 тысяч евро за счет компании. Это и риторика, это лидершип-семинары, это различные дополнительные обучения, тренинги, сертифицирование наших сотрудников. Ну, самые, наверное, известные, самые именитые бизнес-тренеры в мире, или одни из них, являются нашими партнерами. И на Балтийском форуме каждый из них будет присутствовать, и вы сможете лично услышать спич и побывать на тренингах этих людей. Здесь я должен был назвать цифру, сколько людей за прошедший год у нас прошли региональные базовые семинары и международные базовые семинары. Вы знаете, я скажу, невозможно. Мы взяли для статистики одни выходные декабря, суббота-воскресенье, стандартный семинар. Семинары проходят сразу по нескольким регионам, по нескольким городам, и это проходит каждые выходные. Посчитать, сколько людей, очень трудно. Но мы собрали статистику, и только за одни выходные в декабре, практически за один день, обучение прошли 4000 человек. Можно догадываться, сколько людей прошли наше обучение за, то есть это базовые семинары, за 2019 год. Мы провели за счет компании за 2019 год 124 обучающих семинара. Это риторика, лидершип и так далее. Мы выпустили с этих семинаров 3500 дипломированных специалистов. Это наши выпускники, которые прошли ЛС-1, ЛС-2, ЛС-3. У нас 59 аттестованных тренеров. Это наши директора, которые прошли специальную сертификацию, получили лицензию на право читать лекции для наших новичков на наших семинарах базовых и на лидершип, а также на риторике. То есть у нас 60 собственных бизнес-тренеров. План на следующие 5 лет пессимистический. 1500 семинаров и не менее 40 тысяч дипломированных специалистов. То есть это бизнес-тренеры, которые будут проводить эти семинары. Тренеры практики, которые у нас появились и с которыми мы вместе это все делали, создавали и обучали этих специалистов. Это мои советники, директор Короткевич, директор Чичук, директор Имрыгонда. Эти советники весь год, и не только прошлый год, а в принципе все эти 5 лет работали плечом к плечу. И я думаю, каждый из вас их видел в своих городах, в своих регионах, на семинарах, на сцене. Не буду перечислять всех бизнес-тренеров, которые на сегодняшний день являются тренерами на наших семинарах для руководителей. Это команда президента, которая на сегодняшний день присутствует в этой зоне и которые отдают свои знания и стараются для вас. И вот те цифры, которые я вам обещал. Смотрите, у нас суммарно более 45 тысяч консультантов за все время. И только за 2019 год к нам пришло почти половина. То есть 19 тысяч из них к нам присоединились только за прошлый год. Вот это динамика, вот это рост.
Ну, о чем это говорит, вы сами понимаете. О качестве работы наших консультантов и директоров, о качестве наших обучений. Это говорит, в принципе, о востребованности нашего дела и наших продуктов. На следующие 5 лет минимальный прогноз – 500 000 консультантов. Это цифры, которые мы должны достичь. Все это остается в записи. Через 5 лет на подобной сцене, я думаю, это будет гораздо больше, нам придется брать стадион на 80 тысяч для того, чтобы подвести итог за десятилетие. Но мы к этому готовимся. И я говорю, при таком количестве, я говорю, просто толпа, как сказал, по-моему, Суворов, просто толпа необученная – это толпа. А армия должна быть обученная. И, естественно, мы сейчас берем вектор на качество. Вся команда работает на то, чтобы сделать наших руководителей эталоном, примером. Чтобы на руководителя в холдинге Life is Good, на любого руководителя, смотрели как на пример, как на достойного бизнесмена, достойную личность и подражание для успеха. За 5 лет мы достигли цифры 135 директоров. 135 подтвержденных директоров, которые подтвердили результатом свою позицию. Нами был создан и подписан этический кодекс, который подписывает каждый директор, когда принимает присягу. Человек, который носит имя директора холдинга Life is Good, этот человек должен соответствовать требованиям и правилам. Он должен уметь работать в команде. Вот этот этический кодекс определяет правила работы в команде, работы в компании. И это очень важный документ, который должен быть изучен и должен соблюдаться каждым человеком. А те, кто еще не директора, они уже должны к этому готовиться. Мы остаемся лидерами, и опять же скажу, мы остаемся по-прежнему единственной сетевой компанией, которая директорам по имени их гонораров выплачивает фиксированный оклад для содержания своих офисов. Этот оклад позволяет человеку заниматься своим каким-то бизнесом, оплачивать командировочные расходы, либо содержать свой собственный офис, достойный, в достойном шаблоне, с достойным оснащением. Это наш план. 1500 директоров, опять же, пессимистически. Я думаю, что это будет больше. Сказочные путешествия. Более 20 путешествий мы за эти 5 лет посетили. И это путешествие посетили более 4000 человек. Путешествия – это вот эти промо-акции, которые получает за счет компании сотрудник, который выполнил определенные условия, которые всегда есть на сайте. И это путешествие всегда выдается на 2 персоны. На двоих. То есть вы можете взять свою половинку и отправиться в это путешествие, чтобы достойно отдохнуть и пообщаться с такими же успешными людьми. Более 20 стран, более 20 путешествий, которые мы прошли за эти 5 лет. Следующее путешествие, вы еще это не видели, оно уже началось, соревнование с 1 января по 30 апреля этого года. Все условия есть на сайте. Те, кто выполнит эти условия, получит путешествие, оплаченное путешествие на 2 персоны, и вы отправитесь отдыхать в Таиланд. Вся таблица рейтинга уже есть. Запомните, с 1 января по 30 апреля. Условия очень простые. Награды. Посмотрите. Не буду все перечислять, потому что мы сделали разбивку, у меня помощники сделали разбивку такую по годам, сколько мы вручили наград. Серебряный нагрудный знак. Обратите внимание, всего вручено 1500 серебряных знаков. Только за 2019 год больше 1000. Сумасшедшая динамика, сумасшедший рост. Это ваши результаты. Часы. Около 1000 всего, более 500 только за этот год. То же самое и по часам с 12 бриллиантами. Посмотрите, какая динамика. То есть за этот год было получено, вами было получено наград больше, чем за 4 предыдущие. Потрясающе.
Директорские отличительные знаки. Когда человек достигает 6 уровня, многие присутствовали на этих балах, он помещается в компании как директор бриллиантовым знаком. И мы всего вручили 117, из них только за 2019 год 56 знаков. Посмотрите, какие результаты. Директорские часы. Для вас это еще будет сюрприз, мы будем вручать. И перстень. К сожалению, мы еще не вручили за наши 5 лет ни одного директорского перстня. Это прекрасная награда с бриллиантом, которую символизирует достижение вершины и символизирует обручение с компанией. То есть человек, который сделал. Но сегодня вас ожидает сюрприз. Вы будете свидетелем, практически войдете в историю, потому что сегодня будет некий успешный лидер, который на ваших глазах сегодня оденет на свой палец, на свою руку этот перстень. Это сюрприз. Историческое событие. Первый директор 10 уровня. За это время было вручено определенное количество наград тем людям, которые что-то сделали для компании. Первые три медали, первой, второй, третьей степени, эта медаль называется «За вклад в развитие компании». Это когда человек что-то сделал не для себя, не для своего кармана, не для своей структуры, а что-то сделал для компании. Определенное количество мы уже вручили. Третьей, второй, первой степени. И видите два ордена. Один полностью золотой, второй бриллиантовый орден, тоже на золотой основе. Вы увидите тоже здесь, на этом событии, как будет вручен первый такой орден. И эти ордена называются «За верность». Человек, который за 5 лет или за этот период, сколько он работает в компании, он показал, они все по очереди вручаются по мере достижения, и показал свою лояльность компании. Посмотрите на эти цифры. Всего выплачено 96 миллионов евро в качестве гонорара. Это получили вы. Только за 2019 год больше половины этой суммы, 56 миллионов евро, было выплачено в ваши карманы, это у вас гонорар. И я хочу сказать, что появились уже целая команда директоров, которые в своих личных кабинетах зафиксировали гонорар более миллиона евро. И 2, и 3, и 5. Есть, это настоящие долларовые, евровые миллионеры. Люди, которые действительно могут своим примером показать, что это все реально. И каждый в зале это может сделать. Каждый. Путешествие – это топ-20. Мы для нашей двадцатки победителей каждый год организовываем путешествие. Мы прошли уже таких 4 путешествия, и вот 31 декабря закончился еще один рейтинг в Австралию, Новую Зеландию. И я хотел бы сейчас эту двадцатку пригласить на сцену и попрошу ведущего назвать эти фамилии, чтобы они поднялись на эту сцену. Итак, дорогие друзья, под ваши аплодисменты на сцену приглашается топ-20. Евгений Корнеев. Друзья, приветствуем! Друзья, аплодируем! Маржан Сидикова. Юлия Санникова. Александр Косыгин. Владислав Рибуха. Светлана Григорьева. Умит Калымбетова.
Татьяна Хмельницкая. Альфира Газимова. Вера Исаева. Оксана Субочина. Вячеслав Короткевич. Наталья Петрова. Василий Сухенко. Жаныл Шорабек. Игорь Маланчук. Венера Шарафутдинова. Дамы и господа, с особой гордостью объявляю тройку лидеров топ-20. Под ваши аплодисменты третье место — Елена Шайшиева. Второе место — Андрей Таран. И первое место — абсолютный лидер топ-20. Геннадий Маскаев! На сцене топ-20, друзья, где же ваши аплодисменты? Двигайся только вперед. Итак, эти люди в этом году отправятся в большое путешествие, посетят Австралию и Новую Зеландию. Это сказочное путешествие, в котором каждый может принимать участие. Есть коэффициенты, которые позволяют вам это сделать. Каждому рекомендую посетить такое путешествие. Это сказка. Я вас поздравляю. И сейчас, пока вы занимаете свои места, я хочу объявить промо для топ-20 на этот год. Канада и Соединенные Штаты Америки. Победители, двадцатка отправится в Канаду и в США. А мы провожаем вас аплодисментами. Спасибо! Новых высот, новых свершений, друзья, и каждый из присутствующих в этом зале может оказаться на сцене. Давайте приветствовать, давайте аплодировать!